Следующий участник – российский писатель, журналист, поэт, сценарист, разработчик настольных игр, автор текстов песен, либретист, член Союза писателей, член Союза журналистов, награжден государственной премией имени Корнея Ивановича Чуковского в номинации «За развитие новаторских традиций» Корнея Чуковского в современной отечественной детской литературе. Игорь Шевчук. Игорь Шевчук, кроме того, мы знакомы лично с ним с 80-го года, пели в одном ансамбле «Краски», с Валерой пели песни из его репертуара, и поэтому я с радостью и гордостью приглашаю на сцену моего друга и друга Валеры Игоря Шевчука, который, между прочим, через полчаса уезжает далеко. Поэтому я буду краток, наверное, даже короче, чем было представление, которое я не знаю зачем так долго. Да, самое главное то и короткое, что действительно Валера нас связал. Я могу даже историческую такую маленькую справку. Лицо Эдуарда Ивкова стояло в этом ряду, он ушел раньше. А в далеком-далеком, почти 80-м, 82-м году Эдуард Ивков вернулся из армии. Кто знает этого человека, он знает, что до 80-го года, два года существовал ансамбль «Краски». В составе Юра Рыков, Эдуард Ивков, Простаков Николай и Ирина Гасович. Эдик ушел в армию, Эдик пришел из армии, стал работать в Финеке на восьмой лестнице. Он собирал студентов и с ними занимался варварской песней. Ансамбль «Краски» перестал существовать как такового. Но в это время я бегал по всем клубам со своими какими-то глупыми детскими песенками. И поскольку я сам петь не умею, мне нужно было проэксплуатировать кого-то. И я и к Саше Копысову в политех прибегал, тряс его. И была такая Алла Деревянка в технологическом. И в военмехе были Пушковы. В общем, и прибежал я к Анне Шумской. И она мне говорит, а только один человек может это сделать, Эдик Ивков. И когда я пошел к Эдику, я увидел там Иру и Валеру, которые сидели вот так вот влюбленно, глядя друг на друга. И создали они костяк этого ансамбля. Дальше я скажу стихами. Когда Валера ушел, я написал вот это стихотворение. Он на нас смотрит с картины, и эта картина у каждого разное. И его творчество, его голос — это то, что он нам оставил, и то, что, вспоминая, о чем мы каждый раз с той же силой ощущаем эту утрату. Друг уехал ненадолго. Друг уехал навсегда. И не попрощался толком, дружбы кончились года. Половицы не трещали, не касался друг перилу, другу детства. На прощание он картину подарил. Завывает в окнах вьюга солнце на картине той, и в обнимку оба друга тот и этот молодой ослепило всю квартиру ярким солнцем. Обожжен, взял и вырезал картину друг из рамки той ножом. Но осталась рамка эта, охранять дыру в стене. И без солнечного света друг совсем закостенел. Рамку он с веревки срезал и веревку снял. Потом только боль-то не исчезла. На гвозде висит на том. Выбил гвоздь и сердце сжалась коркой ледяной хрустя. Не в стене, а в нем осталась эта дырка.